Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую интересную салфетку крючком. Давайте рассмотрим ее поближе. Посмотрите, какая она интересная, симпатичная. Мне она очень понравилась, давно уже нашла эту схему и вот все собиралась связать. А тут как раз и заказчик мне сделал заказ связать именно эту салфетку. Она у меня получилась в таком деревенском стиле, потому что вязала из плотной ниточки и в таком серо-бежевом цвете. Но про нитки скажу чуть позже. Я бы, конечно, не рекомендовала вязать из этих ниток, так как работать с ними не очень было комфортно. Нитка расслаивалась, это было какое-то мучение. Но салфетку можно связать из любых ниток, подобрать подходящий крючок под размер. Будет красивая и беленькая, и цветной какой-то ниточка, если связать эту салфетку из более плотной нитки, тонкой нитки. Салфетка очень красивая. Схема состоит из 22 рядов. Я сейчас прикреплю ее на экране, можете сделать скрин. Как видите, присутствуют необычные сложные столбики. В этом видео мы с вами все подробно разберем, как вязать такие столбики. Ряд за рядом все будем разбирать. Так, давайте сразу скажу про размер салфетки, какой у меня получился. Вот 44 сантиметра, ну такая не маленькая. Но это за счет того, что здесь присутствуют столбики и с тремя накидами, хотя схема всего лишь 22 ряда. Если вам нравится эта салфетка, поставьте большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Я салфетку не крахмалила, сделала только блокировку. Она красиво вот все расправилась, но она и вяжется, все нигде не фалдит при работе, при вязании. Единственное, что в конце вот эти лепесточки придется немножечко вот их растянуть. Но это все можно исправить влажно-тепловой обработкой или просто отутюжить, но я делала блокировку. Видео про блокировку у меня уже есть несколько на канале, на моем. Можете также посмотреть, как я это делаю. Я не крахмалю свои салфетки, а только обрабатываю. Просто мочу их, стираю. Просто вода, без клея, без крахмала. Они и так хорошо держат форму. Но вот в этой нитке есть полиэстер, поэтому она, ну да, все равно хорошо держит форму. Держу на блокировке до пересыхания. Так. Ну давайте приступим к работе. Вязать сегодня я буду из пряжи для ручного вязания летняя от Пехорки. Цвет 03 светло-бежевый. В составе 60% хлопка, 40% полиэстера. И метраж в 90 граммах 450 метров. Очень такая приятная нитка. Никогда из нее не вязала, но сейчас попробуем, что у нас получится. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю, набираем цепочку из 12 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Замыкаем в кольцо, в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика. И вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид и в кольцо провязываем столбик с накидом. Это считается второй столбик. Хвостик мы сразу обвязываем, чтобы потом не тратить время и не прятать. Накид, столбик с накидом сюда же в кольцо, третий столбик, накид, четвертый,
Накид, пятый столбик с накидом. Мы провязали 5 столбиков, а нам нужно всего 32. Давайте довяжем их самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда, провязали последний 32 столбик и соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом с соединительной петлей. Первый ряд у нас готов, 32 столбика с накидом. Вяжем второй ряд, 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, накид и в следующий столбик, столбик с накидом. Далее 9 воздушных, арочка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, пропускаем 4 столбика. Так, отсчитываем 1, 2, 3, 4, пропустили и в пятый столбик с накидом. Накид, в следующий столбик с накидом. Еще один столбик, в следующий столбик, также столбик с накидом и четвертый столбик с накидом. Так, хвостик можно отрезать, чтобы он нас не отвлекал. Мы его обвязали, он никуда не денется. Так, 9 воздушных арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, пропускаем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, в следующие 4 провязываем по столбику с накидом. Провязали группу из 4 столбиков. Далее снова арка из 9 воздушных. 4 пропускаем, 4 столбика с накидом. И еще раз 9 воздушных. Здесь встретимся и провяжем еще 2 столбика вместе, чтобы также получилась группа из 4 столбиков. Вяжем самостоятельно. Итак, провязали 9 воздушных, накид, 4 столбика пропускаем. В следующие 2 по одному столбику с накидом. Первый, второй. И соединяем в третью воздушную петлю подъема с соединительной петлей в вершину начального столбика. Так. Второй ряд у нас готов. У нас получилось 4 арки из 9 воздушных петель. Вяжем третий ряд. 3 воздушные, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, накид, и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Накид, теперь в арку провязываем 4 столбика с накидом. Три, четыре. Так. Далее идет арочка из 4 воздушных. Один, два, три, четыре. И в эту же арку провязываем еще 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И четвертый провязали. Теперь в следующие 2 столбика по столбику с накидом. И снова идет арочка из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Так, вот эта ниточка. Накид в следующие
два столбика по столбику с накидом. И снова в арку провязываем 8 столбиков и посередине арка из 4 воздушных. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда. Провязали последние 2 столбика в 2 столбика с накидом. Нам нужно сформировать последнюю арку из 4 воздушных. И для этого мы делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик без накида. Таким образом формируем арочку из 4 воздушных. Третий ряд у нас готов. У нас получилось 8 арок из 4 воздушных. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Накид. В следующие 6 столбиков провязываем по столбику с накидом. Так, вот главное здесь не пропустить еще. Так. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Следующую арку один столбик с накидом. Далее идет арка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. И теперь провязываем еще один столбик с накидом ближе к левому уголочку. Следующие 6 столбиков по столбику с накидом. Пятый, шестой. И теперь в арку ближе к правому уголочку. Итого мы провязали 8 столбиков подряд. Далее снова арка из 6 воздушных. 3, 4, 5, 6. Накид. Столбик с накидом ближе к левому уголочку. И снова 6 столбиков. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку из 6 воздушных, и для ее формирования мы делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика, провязываем столбик с накидом. Вот так сформировали арочку из 6 воздушных. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем пятый ряд. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И это начальный столбик с 2 накидами. Далее делаем 2 накида. И в эту арку, которую мы формировали, провязываем столбик с 2 накидами. Накид. В эту же арку провязываем 2 столбика с 1 накидом. В следующие 8 столбиков провязываем по столбику без накида. Первый, в следующий столбик второй, третий, четвертый, так, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Переходим к арочке и в нее провязываем 2 столбика с 1 накидом. Первый, второй. Далее идут 3 столбика с 2 накидами.
Первый столбик с двумя накидами. Два накида. Второй столбик. Два накида. Третий столбик с двумя накидами. И еще два столбика с одним накидом сюда же, в эту арку. И далее идут снова 8 столбиков без накида. Первый, второй. Так, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Довяжем вот этот лепесточек вместе. Подходим к концу ряда. Провязали последние 8 столбиков без накида. Нам нужно доделать лепесток. Делаем в арку следующую 2 столбика с накидом. Два накида. И в эту же арку провязываем столбик с двумя накидами. Соединяем в четвертую воздушную петлю подъема с соединительной петлей вершину начального столбика с двумя накидами. Вот что у нас получается. Пятый ряд у нас готов. Вяжем шестой ряд. Шестой ряд у нас необычный, очень интересный и, наверное, самый сложный в этой салфетке. Посмотрите, какие столбики нам сейчас предстоит провязать. Так что надо быть повнимательнее. Я покажу, как вязать такой цветочек, наверное, один раз, потому что его долго вязать, а потом, чтобы повторить, можно будет немножечко отмотать назад и остальные лепестки вязать подобно. Так, итак, вяжем шестой ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с двумя накидами. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида в пятую петлю от крючка. Отсчитали пятую петлю. Петля, которая на крючке, мы не считаем. Это рабочая петля, и она никогда в расчет не берется. Провязываем столбик с двумя накидами, но не до конца. Закрыли 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида и сюда же, в эту петлю, провязываем еще один столбик с двумя накидами не до конца. Закрываем 2 накида, 3 петли на крючке, подхватываем рабочую нить и протягиваем. Вот такой лепесточек. Далее у нас кластер на ножке будет. Итак, делаем 3 накида. И в следующий столбик с двумя накидами провязываем. Закрываем 3 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, теперь 2 накида. И вот смотрите, у нас такие переплетения. Первый накид, второй накид, третий накид. Вот нам сейчас нужно ставить крючок под первый накид. Вот под две ниточки. Вытянули рабочую нить и закрываем 2 накида. 3 петли на крючке. Снова делаем 2 накида и сюда же, вот под первый накид, провязываем столбик с двумя накидами не до конца. Так. 4 петли на крючке, закрываем. Вот такой лепесточек. Снова делаем 3 накида, пропускаем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, и в следующий вяжем такой же лепесток. Сначала закрываем 3 накида, сделали 2 накида, под первый накид вставляем крючок под две ниточки, провязываем 2 накида, снова делаем 2 накида, вставляем крючок вот сюда же под две ниточки под первый накид и закрываем 2 накида.
ниточка рассваивается, конечно. Так, 4 петли на крючке закрываем. Вот еще один лепесточек готов. Мы делаем на ножке, чтобы наши лепестки были с острыми такими уголочками. Делаем 3 накида, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в следующий вяжем такой же лепесток на ножке. Здесь мы уже приноровились, уже все быстренько идет, легко, уже принцип понятен, как вязать такие лепесточки. Так, вот тут что-то я... Поспешишь, людей насмешишь. Так, вот, 4 петли закрываем. 3 накида, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в следующий столбик с 2 накидами провязываем такой же лепесток. Закрыли 3 накида и еще 2 столбика с 2 накидами. Под первый накид вставляем крючок. Вот так у нас пока получается. Теперь нам нужно сделать арку и с тремя накидами. Для этого разворачиваем мы наше вязание на изнаночную сторону, делаем 3 накида и вставляем крючок вот сюда. Вот у нас первый лепесточек на цветочке, вот в промежуток под петелечку. Вот так. И провязываем столбик с 3 накидами. Снова развернули на лицевую сторону. Вот такая арочка у нас. Далее делаем 4 воздушные по схеме 5, но мне кажется, тут одна воздушная лишняя, она как-то оттопыривается. 2, 3, 4, 2 накида и провязываем 2 столбика с 2 накидами. Вот теперь давайте смотрите, вот последний лепесток мы провязали вот в его вершинку, вот сюда. Вершину последнего лепесточка. Также вставляем крючок под 2 ниточки. Вот сверху 2 нитки на нас смотрят. Так. Чтобы петля была не вытянутая. Закрыли 2 накида. И второй столбик с 2 накидами сюда же. 3 петли закрываем. Все, наш цветочек, нижняя его часть готова. Еще верхние 4 лепестка мы сделаем, когда будем провязывать следующий ряд. Далее 2 накида. В следующий столбик с 2 накидами. И снова вяжем такой же цветочек. Давайте начнем. Вот первый лепесток цветочка. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида в пятую петлю от крючка. Первый столбик с 2 накидами. Второй. 3 петли закрываем. И далее идут у нас вот такие лепестки на ножках. Все, вяжем самостоятельно вот такие цветочки и встречаемся в конце ряда. Ну вот, мы заканчиваем вязать 6-й ряд. Провязали последний лепесток и делаем соединительную петлю в 4-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с 2 накидами. Вот что у нас получается. Вот такие цветочки. 8 цветочков.
Это был самый сложный ряд в салфетке. Мы с вами справились. Вяжем 7-й ряд. Он попроще, но тоже нужно быть повнимательней. Вяжем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Это начальный столбик с 3 накидами. Далее делаем 3 накида. И вот у нас арка образована столбиком с 3 накидами в середине цветочка. Вот под эту арку вставляем крючок и провязываем столбик с 3 накидами, но не до конца. Закрываем 3 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 3 накида. Сюда же под эту арку провязываем еще один столбик с 3 накидами, но не до конца. 3 петли на крючке. Снова делаем 3 накида. И вяжем 3-й столбик с 3 накидами не до конца. Закрыли 3 накида, 4 петли на крючке, закрываем. Провязали кластер из 3 столбиков с 3 накидами. Далее 5 воздушных, арочка, 1, 2, 3, 4, 5. Следующий лепесток у нас кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Итак, делаем 2 накида. Сюда же под эту арку провязываем кластер. Первый столбик с 2 накидами не до конца. Снова делаем 2 накида. Второй столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли на крючке. 2 накида. И провязываем 3-й столбик не до конца. 4 петли на крючке. Закрываем. Вот второй лепесток готов. Снова арка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова вяжем кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Это 3-й лепесток. Пять воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И 4-й лепесток у нас будет кластер из 3 столбиков с 3 накидами, как и первый лепесток в этом ряду. Сделали 3 накида, первый столбик с 3 накидами, закрыли 3 накида, снова делаем 3 накида, второй столбик, третий, 4 петли, закрываем. Все, провязали 4 лепестка. Первый кластер из 3 столбиков с 3 накидами, второй, третий с 2 накидами, а 4-й с 3 накидами. Делаем 3 накида. Пропускаем лепесточек вот этот. Вот у нас столбик с 2 накидами между цветочков. И вот в его вершину провязываем первый столбик с 3 накидами. Уже до конца. Все, провязали. Далее 2 воздушные петли, арочка. Снова делаем 3 накида, вяжем сюда же в этот столбик второй столбик с 3 накидами. 2 воздушные, арочка. Снова делаем 3 накида и в этот же столбик провязываем 3-й столбик с 3 накидами. Вот так. 3 столбика на одном основании. Между ними арки из 2 воздушных. Все, и снова возвращаемся, переходим к нашему цветочку. И также вяжем под арочку из вот столбика вот этого в серединку 4 лепестка. Делаем 3 накида. Первый лепесточек, как мы знаем, кластер из 3 столбиков с 3 накидами. И между этими лепестками арочки из 5 воздушных. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда, провязали последний 4-й лепесток. Нам осталось сделать 2 столбика с 3 накидами. Сделали 3 накида, вяжем в столбик, куда мы делали соединение, первый столбик с 3 накидами,
2 воздушные петли, 3 накида, и сюда же в этот столбик вяжем второй столбик, а третий мы провязали в начале ряда. Так, 2 воздушные и соединяем в четвертую воздушную петлю подъема вершину начального столбика с 3 накидами. Все, соединили. 7-й ряд у нас готов. Вот такая красота получается. Интересные цветочки, посмотрите какие. Так, вяжем 8-й ряд. Он очень простой. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с одним накидом. Накид. И в этот же столбик, в эту же петлю, провязываем второй столбик с накидом. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку, вот между первым и вторым лепестком, столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида между вторым и третьим. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку между третьим и четвертым лепестками. И снова 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим вот к этим трем столбикам и провязываем в первый столбик с 3 накидами 2 столбика с одним накидом. Две воздушные арочка. В следующий, во второй столбик, 3 столбика с одним накидом. Две воздушные. И в третий столбик также 2 столбика с одним накидом. Пять воздушных арка. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. Все, вяжем по рисунку. Один раппорт мы с вами провязали. И встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 3 столбика в средний столбик, 2 воздушные петли и соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом с соединительной петлей. 8-й ряд у нас готов. Вяжем 9-й ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Накид. В следующий столбик, столбик с накидом. Провязали 2 столбика с накидом. Далее 3 воздушные петли, арочка. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. Далее идут 3 арки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных. В следующую арку столбик без накида. И третья арка. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. 3 арки из 5 воздушных. Теперь арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Переходим вот к этим веерочкам. В первые два столбика провязываем по одному столбику с накидом. Две воздушные. Здесь 3 столбика. В первый вяжем 1. В средний прибавочка 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же в этот столбик второй столбик.
И в третий один столбик. Провязали группу из 4 столбиков. 2 воздушные. И в следующие 2 столбика по 1 столбику с накидом. Первый. Второй. Все, раппорт мы с вами провязали. Далее 3 воздушные, столбик без накида. В следующую арку далее идут 3 арки из 5 воздушных. Все, продолжаем вязать по рисунку. Итак, провязали последние 4 столбика, 2 воздушные петли и соединяем вершину начального столбика с накидом. 9 ряд у нас готов. Вяжем 10 ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Накид. Следующий столбик. Столбик с накидом. И далее идут 4 арки из 5 воздушных. Набираем 5 воздушных. 1, 2, 3. 4, 5, пропускаем арку из 3 петель и в следующую из 5 воздушных провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, в следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, в следующую арку. И последняя, 4 арка. 1, 2, 3, 4, 5, накид, пропускаем арку из 3 воздушных и в следующие 2 столбика с накидом провязываем по столбику с накидом. Первый и второй. Далее 2 воздушные арочка. Переходим вот к этой четверке и в первый столбик провязываем 2 столбика с накидом. Один и сюда же второй. Во второй, третий провязываем по 1 столбику. А в четвертый снова прибавочка. Первый столбик с накидом. И сюда же второй. Итого провязали 6 столбиков. 2, 1, 1, 2. 2 воздушные. Следующие 2 столбика по 1 столбику с накидом. Все, раппорт мы с вами провязали. Далее идут 4 арки из 5 воздушных. Пропускаем арку из 3 в следующую арку столбик без накида. Все, вяжем по рисунку и встречаемся. Ну вот, подходим к концу ряда, провязали последние 6 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, арка, и соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом. Соединили. 10 ряд у нас готов. Вяжем 11 ряд, 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, в следующий столбик, столбик с накидом. 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных. Далее идут 3 арки из 5 воздушных. 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. И третья. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. Теперь арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. И в следующие 2 столбика с накидом по столбику с накидом. Первый. И в следующий столбик также столбик с накидом. Второй. Провязали. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь у нас интересный столбик. Вот, посмотрите, что он из себя представляет.
на схеме. Это как кластер сплит. Он состоит из трех столбиков. Первые два столбика провязываются на следующем, вот первый, на этой шестерке. Провязываем столбик с накидом не до конца. Накид. Сюда же в этот столбик вяжем еще один столбик с накидом не до конца. Накид. А третий столбик вяжем в следующий столбик, во второй на этой шестерке. 4 петли на крючке, закрываем. Такая как бы убавочка, кластер и сплит. Кластер — это когда на одном основании провязываем, а сплит — на разных основаниях, но общая вершина. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, и в следующие 2 столбика по одному столбику. Первый и в следующий, в четвертый столбик, еще столбик с накидом. 2 воздушные, и теперь вяжем симметрично. Первую ножку в следующий столбик, первый столбик с накидом не до конца, накид. И в шестой столбик провязываем 2 столбика. Первый не до конца, накид. И сюда же в шестой столбик, второй столбик не до конца. Закрыли, накид. 4 петли на крючке, закрываем. Вот так. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, и в следующие 2 столбика по столбику с накидом. Первый и в следующий столбик второй. 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных. Раппорт провязали, далее идут 3 арки из 5 воздушных петель. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда, провязали последний такой треугольный столбик, 3 воздушные петли, и соединяем вершину начального столбика с накидом. 11 ряд у нас готов. Вяжем 12 ряд. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, столбик с накидом в следующий столбик, и далее идут 4 арки из 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, маленькую арку пропускаем в следующий столбик без накида, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, в следующую арку столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, в следующую арочку столбик без накида, и последняя арка, 1, 2, 3, 4, 5, в следующие 2 столбика с накидом по столбику с накидом. Арку из 3 воздушных мы также пропускаем. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, пропускаем вот этот треугольный столбик, арочку пропускаем, вот посередине у нас 2 столбика с накидом, в каждой из них провязываем по 2 столбика, в середине арка из 3 воздушных, провязали первый столбик, сюда же второй столбик с накидом. Далее 3 воздушные, арочка, и в следующий столбик вяжем 2 столбика с накидом. Первый и сюда же второй. Три воздушные. Очень легкий ряд. 3. Пропускаем треугольный столбик, кластер сплит, и в следующие 2 столбика по столбику с накидом. Далее идут 4 арки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Арку пропускаем в следующую.
Все, повторяем раппорт, вяжем по рисунку и встречаемся. Итак, провязали последние 3 воздушные и соединяем вершину начального столбика с накидом с соединительной петлей. 12 ряд у нас готов. Вяжем 13 ряд, 3 воздушные петли, столбик с накидом в следующий столбик. Так, под камерой не очень удобно еще. Так, провязали 2 столбика. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик с накидом в следующую арку. И далее идут 3 арки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующие 2 столбика с накидом по одному столбику с накидом. Тут все идет у нас по рисунку. Так, далее 1 воздушная петля, арочка, накид. И теперь на следующих 2 столбиках мы вяжем сплит. Первую ножку в первый столбик, столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, накид. Вторую ножку в следующий столбик, столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке, закрываем. Вот такой листочек у нас получается. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Далее сплит идет на 2 столбиках. Сплит из 2 столбиков с одним накидом. Первая ножка. Вторая ножка. Закрываем. 1 воздушная. И в следующие 2 столбика по столбику с накидом. Далее у нас 5 арок. 3, 5, 5, 5, 3 воздушные петли. Все, раппорт провязали. Вяжем по рисунку. Итак, подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 1 воздушной петли и соединяем вершину начального столбика. 13 ряд у нас готов. Вяжем 14 ряд. Также 3 воздушные петли подъема, начальный столбик и в следующий столбик, столбик с накидом. Далее 4 арки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Маленькую арку пропускаем. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, последняя арочка, пропускаем маленькую арку и в 2 столбика с накидом в каждой из них провязываем по столбику с накидом. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем арку из 1 воздушной, вот этот лепесток, и в следующую арку из 5 воздушных столбик без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, в следующую арку столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3, и в следующие 2 столбика лепесточек пропускаем, и в эти 2 столбика по столбику с накидом, первый и следующий, второй. И далее снова у нас 4 арки из 5 воздушных. Раппорт у нас провязан. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда. Провязали
последнюю арку из трех воздушных и соединяем в третью воздушную петлю подъема с соединительной петлей. 14 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Наша схема состоит из 22 рядов. Мы с вами уже связали больше половины салфетки. Ну, конечно же, чем дальше от центра, тем ряды длиннее, их вязать дольше. Так, давайте немножко с вами отдохнем и продолжим вязать салфетку во второй части.